Привет всем! В сегодняшнем выпуске курса начинающего BMX-ера я вам расскажу о таком трюке, как Full Cup. То есть вы должны ехать на фейке, делаете 360 и потом снова едете на фейке. В отличие от других выходов, этот выход уже является более сложным, но он все равно подходит любому начинающему BMX-еру. И если вы научились выходить с фейки каким-то обычным способом, то уже можете приступать к обучению Full Cup'а. Итак, давайте приступим. Естественно, для того, чтобы приступить к обучению, вы уже должны хорошо владеть фейки и уметь выходить халф-кабом. Шаг первый. Пару раз выйдите с фейки обычным способом. Далее, в процессе этого выхода, когда вы давите на педаль, поймайте баланс и надавите на педаль еще чуть-чуть, чтобы вы немного перекрутили градусы на тэпе. И тут вы должны понять, что если вы будете продолжать давить на педаль, при этом ловить баланс, то можете перекрутить выход с фейки почти на 90 градусов, и вам до полной трехи останется докрутить еще всего 90. Попробуйте сделать это, возможно, будет получаться не сразу. Но если вы не будете забывать поворачивать корпус тела и голову в сторону вращения, как при обычном выходе, будете продолжать давить на педаль и при этом стараться поймать равновесие, то у вас обязательно получится. Если у вас не выходит докрутить последние 90 градусов, то тут секрет в том, что вы ведь вращение в основном задаете только ногами, так как закручиваетесь с заднего колеса. Поэтому концентрируйтесь на ногах и добавляйте градусы ими. Вот это ощущение добавления ногами в последний момент помогут вам и в дальнейшем при обучении таких трюков, как Mano 180 и 540. А как сделать полноценную треху с фейки? Тут на самом деле все просто. Для начала нужно уменьшить перекрут с фейки. Это второй шаг обучения. То есть при выходе с фейки, когда вы давите на педаль, вы уже не ждете, когда перекрутите на 90 градусов, чтобы вам осталось докрутить еще 90, а начинаете закручиваться, когда перекрутили на 60 градусов для начала, потом когда 40, 20 и так далее. В идеале нужно дойти до нуля. После этого оттачивайте этот этап. Все ваши движения должны быть одним целым. Уже не должно быть видно, как вы давите на педаль и потом дергаете. Если все будет выглядеть одним целым, то уже на этом этапе все вокруг будут думать, что вы делаете чистую треху. Но на самом деле это не так. А чтобы сделать действительно полноценную трешку, нужно брать больше инерции изначально, раньше закручиваться и делать небольшой бунни-хоп в процессе. Концентрируйтесь на этом, и если вы будете делать все правильно, то почувствуете, как сможете сделать даже пятеру с фейки. Но про это будет отдельная обучалка. Вот, собственно, и все. Приступайте к обучению Full Cup'а как можно скорее, и я знаю, у вас все получится. Если у вас остались какие-то вопросы по этому трюку, то вы всегда можете их задать на форуме на сайте skubomx.ru. А кому понравилось это видео, эта обучалка, то ставьте лайк, репостите, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. С вами был Дима Гордей. Пока!